Итак, сегодня на обзоре таксопарк «Такси Хайп», который действительно является лучшим таксопарком России. Ему доверились уже очень многие водители и не пожалели. Конечно же, это моментальные выплаты, быстрое подключение, огромные заработки, круглосуточная поддержка, да и вообще кармически правильная установка, которая позволит тебе, мне и всем, кто с нами, заработать невероятное количество денег, которое останется потом только придумать, куда потратить. Поэтому переходи по ссылочке в WhatsApp внизу, мы всех подключим очень быстро, и будет тебе счастье и море бабла. О, не-не-не-не, мужчина, сигареты не надо, выйдите, да курите. Да ладно, блин, мне надо. Не-не-не, да ну, мужчина, да я даже не спорить с вами не буду, все не надо. Все таксисты разрешают мне нормально. Все таксисты, да. В чем проблема? Все таксисты-олигархи разрешают курить, я знаю, да. Я вас умоляю. Да, закройте дверь. Они все, что? Фу. Не вонь, блин. Я не курю, да? И, ну, и как-то, блин, даже не могу понять курильщика. Реально не понимаю. Которые выбегают в автобус, прям на ступеньке стоят, держат дверь, выбрасывают, потом в автобус выдувают. Вот, ну, курильщики, вот напишите, что вы это делаете, у меня вопрос. Типа, это что, какой-то кич, или что это? Он идет, курился. Ладно, нафиг, не докурил я сигарету из-за вас. Из-за меня? Ну, конечно, вам, блин. Может, курить бросить? У вас два адреса, правильно? Правильно. Поехали с орехами. Вы же не будете спорить, что курение – это нехорошо? Конечно, нехорошо. А чего в этом мире вообще хорошего? Населен сумасшедшими существами. Да, блин, задолбались они все. Уроды какие-то попадаются. Кто? Да, не спрашивайте. Не буду спрашивать. Да, не стоит. Жизнь херня, тоже херня. Да? Конечно. Все там, блин. Здесь проедем насквозь. Короче, сейчас сначала банк. Я к Жинке заскочу. Денег возьму у нее и поедем уже до дому, до хаты. Хорошо, только вы недолго, да? Я ожидания включать не буду, но сколько? Не, недолго все. Минуту, не больше. Да за минуту-то вы вряд ли, конечно, набернете. Хотя... Ладно, я утрирую немножко, чтобы не скучно. Ну, хорошо. Короче, недолго ждать. Хорошо. Если что там накапает, ну... Не, ну если будете долго, я ожидания включу. Ну хорошо, надо говорить. Вопрос. Окей. Ну, с пониманием, да? Да, да. Без базара нет. Под козырьком остановлюсь банка, нормально? Да, здесь? Да, вполне, вполне. Ну чуть ближе, там знак дальше, я здесь остановлюсь. Вполне, приемлемо. Ну, как я и говорил, да? Ожидания не включаю, не могу. Да, да, да. Все, погнали. Погнали нафиг. Давай. Куда? Ну, поехали, блин, ну на второй адрес. Все, поехали. На второй адрес. Поехали. То что у вас происходит? Поехали. Все хорошо. Все нормально. А что у вас с головой? Долго объяснять? Не, вам долго объяснять, а мне, ну его на приключения. Давайте-ка это самое. Какие приключения? Я не повезу вас. Откуда вы вышли вообще? Что у вас? Не, я не повезу. Ну нормально, поехали. Не, мужчина, я точно. Мы договорились, блин, по деньгам. Не, я вас, нет, что мы решили, я вас не повезу. Что у вас с головой-то? Ну, короче, давай я тебе еще... Да не надо мне... Что вы мне хотите предложить? Что у вас? 200 рублей еще накину. Сколько?
200 рублей за нет, рубль. Нет, 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 я не буду, нет. Я, полторы я, штуки. Нет, полторы вы мне объясните, что с ним, какие полторы штуки. Да мне не нужны полторы тысячи ваши. Мы никуда не поедем. Я сейчас полицию вызову. Ну, погасим. Нет, нет, нет. Ну, все, давайте-ка я копов вызову на всякий случай. Ну, да, жопу. Да, никаких копов, все, блин. Да, ну что ты, блин, я пошутил, ну. Чего пошутил? Блин, ну чувак, прикол, блин. Чё ты, какой чё ты, прикол? Ну что ты переживаешь-то, блин? Нормальный прикол, блин. Какой прикол? Всех жут, блин, а ты негничка. Думаете, это смешно? Смешно, что там? Вот это смешно? Ее нет, что ли? А у вас, я стесняюсь спросить, ну, вы не в каком-то заведении отдыхаете, а сегодня у вас выходной, там вас отпустили, нет? Поехали, поехали, я поехали. Вас. Я вот тебе... Да не нужны мне ваши деньги. Блин, вот нет, нет, полторы нет. штуки еще накидываю и едем. Полторы штуки. Я такие приколы вообще не люблю. Ну, блин, какие люди пошли. Такие приколы, где на самом деле, можно и как бы отхватить нехило. Где чувство юмора у людей? Блин, да я что не за не знаю, но просто вы понимаете, что вы шутите не со знакомым человеком, а с незнакомым. Не знаю, всех ржут почему-то. Вот все ржут? А не знаю, мне ни хера не смешно, если честно. Ой. У меня, знаете, от таких поездок скоро, я не знаю, седина появится в тех местах, где ее раньше никогда не было. И волос тоже, между прочим. Чувак, полторы, ну его нахер. Не, я закрою. Тысячи, не надо тысячи. Меня трогать. Поехали, блин. Да не надо мне полторы тысячи ваших. Хер знает, какие у вас еще шутки в вашем рюкзачке с шутками, блин. Ой. Сумочки. Идите, знаете что, если у вас... Короче, мне все про вас понятно. Без обид, как бы, но мне кажется, вы нездоровый. Я честно вам могу сказать. Я даже не готов с вами обсуждать этот момент, если честно. Вы, ну, в своем уме вообще? В чужом. Вы деньги точно взяли у жены, а не колготки с нее сняли? И колготки, и деньги. И колготки, и деньги? Не-не, мужчина, да, давайте. Разойдемся по-хорошему. Что за еб... Это ж какой-то... Какой-то, блядь... Не, ну, у меня слов нет. Ну, во-первых, по нему видно, что он ну больной человек прям конкретно. И хрен знает, что у него там еще в загашнике. Сейчас ствол достанет мне, понимаешь, и по шуточке и хихочке отстанет мне яйцо правое, понимаешь? Ну, это жестко вообще. Конченые какие-то люди, блядь, странные. Че, блядь, какая-то обострение, что ли, какое-то у шизофреников? Это, говорит, шутка, я прикололся. Хера себе прикололся. Нормальный, да? Я думаю, в свое время, может быть, у Чикатило такая же история была. Самый первый его заход. Да ладно, я пошутил, стоит Чикатило с таким... С тесаком. Ну, это же жестко, вообще. Ну, это же, блядь, ну, явно нездоровый чувак. Это 100%. Да 200%. Ну, и он на 1500 тебе дам. Ага. Так он заманивает, да? Людей... себе домой, потом скажешь, я тебе еще дам 2000, помоги подняться на этаж, потом еще 5000, пойдем покажу, что у меня в ванной, а там ванна соляной кислоты. Не, ну это, конечно, если честно, я... Может, это как-то мне, бля, я не знаю, что сделать, может быть, я скоро буду как этот, Джон Константин, с нечистью бороться. Или Ван Хельсинг. Я думаю, что мне нужны колья здесь осиновые, пули серебряные и святая вода нахер. И я, прежде чем чувак будет садиться, я буду незаметно его, так, знаешь, капельку воды святой. Если зашипел, ну его нахер сразу, чтобы не было приключений. Но с другой стороны, блядь, ну если таких будет все меньше и меньше, у меня же тогда и контента не будет. Может быть, я наоборот, я же все время хочу, чтобы у меня как можно больше всяких придурков было, чтобы как можно больше было контента. Я, видимо, жалуюсь, а сам в глубине души-то все время их хочу и притягиваю именно вот этим своим внутренним желанием, чтобы у меня как можно больше дебилов сидело в этой машине с чулками обоссанными жены на голове. Вот фетишисты совсем дуба рухнули, блядь. С другой стороны, если бы он втихаря ехал всю дорогу и нюхал эти колготки, меня бы эта сука тоже насторожила прям жестко. Видимо, он не удержался. Давно не нюхал колготки жены. Фу, ну что за мерзота, а? Да, Женек. Какой только нечисти в этой тачке не было. Видимо, может, я сам... для них король этого всего бала у Воланда. У меня же рука немножко трясется.
бы, ну, не, ну по нему видно, что он ебло просто, бля, ну, можно, можно было и не пугаться, по нему изначально все было понятно. Есть специалист, было понятно по нему или нет, что он это, из этих. И потом святой водой кресло протирать надо обязательно, бля, да, да. Можно осиновые колья. Нажимаешь на кнопочку и сразу осиновый кол в жопу. Аж посадят за такие варварства. Он же не исчезнет, как вампир, да? Не сгорит на солнышке, не растворится. Я уже не в ту муть полез вообще. Вот до чего работа доводит. Профдеформация, друзья мои. Профдеформация. Сразу ощутил себя героем фильма «Дневной или ночной дозор», как с Хабенским. Сдавайся, бабка, дневной дозор. И треснул мир напополам, дымит разлом. Идет что-то там, борьба добра со злом. Ха-ха, скоро и я на голову, видимо, Да, ладно, пишите, пишите. Таксопарк «Такси Хайп» лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье.